Привет, друзья! Мы в Камнике. Сегодня прекрасный солнечный день, немножко туманно. Сегодня я вам покажу город Камник, один из красивейших городов Словении. Хотели сегодня на смотровую площадку поехать, но вот дорога, пишут, что ремонтные работы и движение запрещено. Вот доехали максимум до этого места. Ну и здесь уже виды открываются шикарные. Вот смотрите, какие горы. Да, немножко обидно. Но сегодня прогуляемся по городу Камник. Посмотрим на рождественские украшения города. Расскажу вам легенду города. Ну, одним словом, надеюсь, что будет интересно. Ну, друзья, смотрите, невзирая на знак, мы все-таки решили проехать. Видно, там был ремонт дороги. И знак еще не успели убрать. Ремонт закончился. Вот мы сейчас на смотровой площадке, на которой, кстати, тоже все закрыто. А вход закрыт на этой смотровую площадку. Ну, чего не сделаешь для зрителя, как говорится. И поэтому сейчас мы на смотровой площадке в Камнике. Я вам покажу сейчас шикарные виды на Камник, на сам, на округу. Вообще сегодня просто прекрасное время. Вот эта смотровая площадка, ее все никак открыть не могут официально, поэтому можно сказать, я так немножко неправильно делаю. Ну, чего не сделаешь для, действительно, для красоты съемок. Ой, ребята, какая красота. Да, вот это действительно фантастика. Сейчас я вам покажу еще. Площадка, конечно, просто шикарная. Посмотрите. Посмотрите, какие горы. Я вам сразу скажу, что это мы находимся в городе Камник, вот на этой смотровой площадке на горе. Город Камник как на ладони. И эта смотровая площадка одна из лучших смотровых площадок в Словении. Но это вообще просто какие-то незабываемые кадры, видео. Вообще шикарно. Так, сейчас немножко к краю подойдем. Вот это старый город, Камник. Красота. Вообще здорово. Смотрите, какой туман. Ну вот, а на этой горе находится один из старых замков, можно сказать, даже не замок, а остатки от замка. Это замок здесь еще был в 12 веке, представляете, вот насколько он старый. Ну вот то, что осталось от него, это буквально вот стены, немножко основания. В 15 веке было очень сильное землетрясение здесь. И поэтому вот все, что мы видим, это то, что осталось от замка. Потом вот видите, вот на горе, вот рядом, вот такая проплешина, такая белая. И там вот даже видно такие черные точки, это люди. Это тоже, если будете здесь, вот на этой горе, на Камнике, то есть
обязательно туда сходите. Там очень красивый вид на Камник, смотровая площадка. Ну, вообще, конечно, шикарно. Вот когда мы ехали вот сюда, мне даже показалось, что, возможно, мы увидим вот только туман вот один. Потому что мы ехали, вообще видимость была где-то порядком, ну, может, максимум 50 метров. Но буквально вот сюда, при въезде в Камник, все рассеялось, туман весь рассеялся. Ну, съемки, конечно, шикарные, вот эти все. Это вообще здорово. Красота какая. Да, жалко, эту смотровую площадку никак всю не откроет. Да, здорово. Вот смотрите, ребята, там даже уже и каток работает. Но мы чуть попозже туда спустимся обязательно. Пройдемся по Камнику, прогуляемся. Вот он, старый город. Да, прогуляемся по Камнику. Посмотрим его рождественские огоньки. Так что это еще все впереди видео. Жалко, что здесь вот это край такой, можно сказать, не сделанный. Ну, давайте я сейчас сюда подойду. Вот так вот. Край. Виды просто шикарные. Но мой подвиг я вам не рекомендую повторять, потому что площадка на самом деле закрытая, закрытая площадка. Так, еще раз давайте напоследок я вам еще с этой стороны горы сниму. Потому что это, конечно, просто еще и время такое сказочное. Вот видите, вот перед нами вот горы. Это вот за этими горами находится одна из главных достопримечательностей Словении. Это Велика Планина. Тоже очень красивое место. Летом туда фуникулер ходит. Зимой можно на машине туда подъехать, погулять. Очень красивейшее место для релаксации. Так. Ну вот она, вот эта долина. Тут река идет, вот видите, река, это камнишко Бистрицы. Вот вдоль этой долины, вдоль реки. Вот если дальше туда ехать, там тоже очень красивейшие места. Тоже мы как-нибудь с вами туда съездим. Вообще смотровая площадка мне очень это понравилась. Вообще шикарно. Не знаю, когда ее запустят. И запустят ли ее совсем. Ну, виды просто потрясающие, да. Великолепно. Это просто какой-то, ну не знаю, вот у меня по телу сейчас вот реально дрожь. Именно просто от кайфа то, что я сейчас вижу. Здесь можно, конечно, находиться бесконечно, бесконечно долго. Да, красота. Ну ладно, друзья, мы здесь посмотрели, нам надо идти уже назад. Пойдемте посмотрим, как там
замка это все выглядит. Взяли мы на себя такую ответственность нехорошую, залезли на эту смотровую площадку. Хотя вот видите, какая изгородь. То есть я взял на себя такую ответственность. Ну, я не первый и не последний. Потому что тропа тут уже так протоптана уже, тропинка. Ну еще раз давайте вот посмотрим на какой туман. Солнце и туман, ну это просто сказка. Смотрите, мы сейчас с парковки поднимемся вот на эти остатки замка, все, что от него осталось. Здесь, кстати, есть и более современное строение. Вот оно, тут и ресторанчик, и кафе, и, наверное, можно даже остановиться на ночлег, не знаю. Нет, работает кафе, работает. Так что я смотрю, вот люди уже кофе пьют. Ну и здесь, конечно, смотрите, такие виды, такими видами можно любоваться вечно. А я все-таки был на этой смотровой площадке. Там, конечно, виды просто потрясающие. Это стоит того, невзирая на все запреты. Нам запреты. А по-другому там не могло закончиться. Потому что конструкция все-таки она хорошая. Одного человека явно выдержит. Невзирая на то, что она еще до сих пор не запущена в эксплуатацию. Вот видите, тут даже стенд такой, где написано, где что находится, какие горы, холмы. Вот Великая Планина, да, вон. Вот она там прямо сейчас. Великая Планина. Вот и смотрим, вот она там, Великая Планина. Ну, после той смотровой площадки остальные, конечно, кажутся уже не такими классными, но все равно. Кстати, вот эта смотровая площадка, где мы были с вами, туда заходили. Но все равно зрелище также потрясающее. Ну давайте прям буквально минуту полюбуемся этим видом в тишине. Послушаем шум города.
Я только спился. Ну, отсюда вот даже лучше видно эту смотровую площадку, где мы только что были. Ну вот и такой вид кафе, замковую кафе территорию здесь. Вот на самом деле, ребята, хочется объять необъятное. Вот хочется максимум вам показать все. Потому что это на самом деле очень необычно. Кстати, из камника есть тропинка, по которой можно подняться пешком. Дорога, в принципе, ну, по крайней мере, сейчас, вот, когда мы ехали, нормальная, асфальтированная, местами узкая, но вполне комфортная. Ребята, еще раз напоследок вам покажу эту красоту. Ну, смотрите, ребята, в этом месте я просто не мог не остановиться. Потому что вообще просто шикарно. Вот сейчас только там мы наверху были. Красота.
Смотрите, как на солнышке все это просто завораживает. Не надо даже никаких елочных украшений, потому что на самом деле это, и даже без елочных украшений, это выглядит очень красиво. Через солнышко, еще солнышко пробивается через вот это все. Это волшебно просто. Немножко еще пройдемся по этому волшебному лесу. Ой, какая красота. Не устаю, ребята, восхищаться красотами Словении. Не устаю. На такой маленькой территории такое огромное количество красот. В разные времена года все по-разному. Великолепная, красивая осень, теплое лето. Ну вот немножко снега, немного снега тоже добавляет определенного колорита. Потому что это на самом деле очень красиво. Но, ребята, и наряду вот с такой красотой и связаны, бывает достаточно, ну не скажу, что часто, но есть такое явление, как ледяной дождь в Словении. То есть вот это все замерзает, ведь это же, помимо красоты, это же еще и большая тяжесть. Все это может на проводах, все это леденеет провода, а потом деревья те же самые по тяжестью падают. Ну, одним словом, даже в такой сказке есть вот небольшие вот такие неприятные моменты. Ледяной дождь, вот это все замерзает. Но это я не отношу именно к сегодняшним, к тому, что вот мы сейчас видим. Нет, это вот именно ледяной дождь. Вот дождь прошел, все это заледенело, превратилось буквально в сосульку. Очень нехорошее явление. Ну все, ребята, прогулка по зимнему лесу на смотровой площадке Камника считаю законченным. Едем в сам город смотреть, как он украшен. Посмотрим на рождественские огоньки, полюбуемся красотами. Одним словом, смотрите, будет еще интересно.
Я не знаю, что это.